Существенных изменений нет. Изменились формулировки. Закупка автотранспорта и добавилось слово «оснащение». В программе меняется пункт, что вот этот автотранспорт, который будет закуплен, туда необходимо купить медицинское оборудование. Это дефибрилляторы, пульсоксиметры, мешки, амбу и так далее. Для того, чтобы машина могла выехать и в случае необходимости врач мог оказать неотложную помощь. Этот пункт касается исключительно этого. Больше мы не вносили никаких изменений. Значит, закуплено 18 автомобилей. Сегодня очень хорошее известие. Эти машины вышли в тестовом режиме работать в центры первичной помощи и в детские поликлиники. Закуплено 18 машин, мы еще планируем купить 18 машин и оснастить их. В пункте, который, значит, посвящен закупке эндопротезов, там было написано «ветераны, инвалиды войны и социально незащищенные лица». Значит, этот пункт отменяется на просто лицам, которые необходима имплантация тазобедренных суставов. Также, значит, новый пункт – это проведение конференции, посвященной роли органов местного самоуправления в реформе здравоохранения. И учитывая, что это программа местного бюджета, из нее удалить деньги, которые представляют собой государственную субвенцию, это 30 миллионов гривен. Они пойдут на нужды здравоохранения, но не по этой программе, потому что местные программы должны финансироваться исключительно из местного бюджета.